За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Коробейников Владимир. За первое место в весовой категории свыше 85 килограмм награждается Захаров Александр. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Рыбаков Евгений. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Татриев Василий. За первое место в весовой категории до 73 килограмм награждается Патык Валерий. За первое место в весовой категории свыше 85 килограмм награждается Тишин Сергей. За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Королевский Ярослав. Thank you.
Уважаемые спортсмены, 3 минуты. Сейчас подойдет Энвер Кусеевич у нас, главный судья. А теперь, чтобы время не зря не тратить, уважаемые коллеги, давайте продолжим соревнования. Да, в 9:30 парад и с 10 соревнования. Опять все на параде должны быть? Нет, только те, кто участвует. Те, кто участвует, да? Там уже приедут другие, там малыши будут, там маленькие гирьки есть, 6 килограмм, 8 килограмм. Ну, малыши, мальчишки, девчонки. Спасибо большое. Давай. Очень интересно. Потом, если будет съездный федеральный округ, а там и Черноморский был, и Каспийский. Внимание! Ковач Андрей! Александр Ковач! Находится военная учреждение, все пришли. Называется на пьедестал. Какой он же артаж, так только его. Грудь его в медалях. Лента якоря. Да, мы тоже делаем, спасибо. Саш, если надо будет плыть через Керченский пролив с такими медалями, уже ты это, не переплывешь. Утянут нафиг. Столько медалей. Вот так. Медали собирать. Ну, спасибо. Спасибо, Саша. Есть, спасибо. Так, давай. Сумку-то не унесешь с медалями? Ничего, мне жена поможет. Она у меня такая вот спортивная. Тренировала. Главное, чтобы вы тут не остались. Забросим все в Lexus и погоним нафиг багажник. А, да, с такими трофеями есть. Надо. Давай, держи, Люба. На пьедестал. Есть такой договор. Американцы смотрят, что нам сегодня $1000 какие деньги. Не знаю, почему. 60 Две грамоты. За первое место в номинации. Рывок. Не зря рвал, да? За участие в фестивале по беревому спорту «Крымский мост». На подготовку гирь. Так, Батяев Аркадий. Внимание, Батяев Аркадий. Аркадий Батяев. Есть? Да. Есть. Спасибо. Трижды герой. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Тишин Сергей, Ставропольский край. На втором помосте Патрик Валерий, Республика Крым. Третий помост Татрия Василий, Ставропольский край. Четвертый помост Рыбаков Евгений, Омская область. Thank you.
что ниже 20-й, не было. Выше тоже не надо. Первый верх. За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Коробейников Владимир. На память. За первое место в весовой категории свыше 85 килограмм награждается Захаров Александр. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Рыбаков Евгений. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Татриев Василий. За первое место в весовой категории до 73 килограмм награждается Патык Валерий. Награждается Тишин Сергей. Не
За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Королевский Ярослав. Все, Серега, отработал. Красавчик, красавчик. А за рывок толчок куда-нибудь? Ну, все, готовится 14-й поток. Люди, займите свои рабочие места. Обнулите счетчики. Спортсмены готовы? Вывести на помосты. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте выступает Кучеров Анатолий, Республика Крым. На третьем помосте выступает Сычев Алексей, Пермский край. Четвертый помост Потаков Езимур, Республика Татарстан. Thank you.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Свои выступления окончил Сычев Алексей с результатом 256 подъемов. Потахов Газимур 191 подъем. 15-й поток. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте выступает Козлов Николай, Республика Крым. Второй помост. Восток Игорь. Саратовская область. Третий помост. Нурдилов Ильшат, Республика Татарстан. Четвертый помост. Завазин Александр, Омская область. На первом помосте работает Решетников Владимир, Забайкальский край. На втором помосте Белоград Федор, Ставропольский край. На третьем помосте работает Полевенко Сергей, Республика Крым. Четвертый помост Терещенко Кирилл, Краснодарский край. За первое место весовой категории 68 килограмм награждается Дурмидонов Александр. Александр, давай тебя бегать. За второе место весовой категории свыше 85 килограмм награждается Ковач Александр. За первое место в этой же категории награждается Сычев Алексей. Коробейников Владимир. За первое место награждается Панков Александр. За первое место весовой категории свыше 85 килограмм. Включила видеокамеру, там черно-белое. Он шлепнул мне по руке, вот так вот, и все, он не выставил. Я сейчас. Черно-белое, то есть он не будет туда возвращаться. За второе место весовой категории свыше 85 килограмм награждается Батяев Аркадий. За первое место награждается Иванов Красимир.
Каш. Заслуженный заток. Спасибо. Заслуженный заток. Это только начало. Ну давай. Молодец. За первое место в весовой категории до 73 килограмм награждается Суханов Владимир. Дня через три смотрите меня на моем канале, как раз вы будете. Вообще один, не только. Так, не торопитесь сейчас. Сейчас. Так, сейчас фото. За первое место весовой категории до 73 награждается Паладичук Александр. Где он? Канал всероссийский, да? Нет, это на Ютубе. Там чем больше канал, там и не покажут, потому что сочтут, что этот, что это им не надо, или еще что-то там такое. Либо, даже за деньги? Ну, за деньги, конечно, покажут, но... Допустим, они... Я думаю, за третье место в весовой категории свыше 85 килограмм награждается Шамара Леонард. За второе место награждается Сафиканов Алексей. За первое место награждается Захаров Александр. За первое место в весовой категории до 73 килограмм награждается Левченко Игорь. Возрастная группа 100+. Сейчас еще через 20 минут. За первое место награждается Белоград Федор. За первое место в весовой категории до 78 килограмм награждается Полиденко Сергей, возрастная группа 90+. В весовой категории до 85 килограмм награждается Терещенко Кирилл. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro.
доброго здоровья и до новых встреч!